Минимальная зарплата работникам промышленности в 2011 году будет повышена в два этапа. С 1 июня она должна составить 90% от прожиточного минимума – 5114 рублей. С декабря рабочих ждет еще одно повышение – уже до 5683 рублей. Свою подпись под трехсторонним соглашением поставил председатель Союза промышленников Сергей Муратов. «Главное, чтобы условия договора выполнили все руководители предприятий», – заявил он. «Повышение зарплаты – дело, конечно, добровольное, но если на одном заводе рост будет, а на другом нет, то работники уйдут от такого работодателя». Руководители этих предприятий и собственники, они просто недопонимают, что сегодня прорывные технологии, прорывные какие-то можно сделать только при одном условии, если здесь есть достойная зарплата людей, если есть достойный уровень персонала, если есть какие-то социальные гарантии. Только в этом случае предприятие может выйти из кризиса, когда около тебя хорошая, грамотная команда. Со стороны правительства области свою подпись под соглашением поставил губернатор. Это нагрузка на бюджеты наших предприятий, но тем не менее это реальная необходимость, которая позволяет сегодня снивелировать и рост цен, и рост тарифов, и инфляционные процессы, которые в течение года будут происходить. Это поднимет уровень оплаты труда, это поднимет уровень доходности каждой семьи. Для нас это крайне важно. По словам Олега Богомолова, в правительстве будут следить за исполнением договора. Тем предприятиям, где идут на взаимное сотрудничество, региональные власти намерены оказывать помощь. Любая организация, которая пожелает с нами работать по субсидиям, по субвенциям, по снижению процентной ставки, по участию в программе, по получению гарантии, значит, нашего резервного фонда или гарантийного фонда, она должна будет представить отчет о заработной плате своих работников. Если эта заработная плата будет ниже той, что мы подписали, ребята, извините, мы с вами сотрудничать не будем. Отдельным пунктом в документе прописали о выплатах бюджетникам. Начальная зарплата не может быть ниже минимального размера оплаты труда – 4330 рублей. С 1 июня предусмотрена индексация на 6,5%. Повышение на 20% запланировано с сентября при переходе на новую систему оплаты труда. Юлия Король, Андрей Глазырин, Сергей Балмасов, телекомпания «Регион 45».